Виды, конечно, здесь шикарные. Даже не верится, что мы так быстро, буквально за 20-30 минут, снизу самого поднялись сюда, наверх. И до самой Форосской церкви нам осталось не так уж много. Не самый тяжелый подъем, который у меня был. В сравнении с тем же самым подъемом на Айпетре. Постояли немножко, посмотрели на вид, на Форос внизу, и дальше топаем. Не знаю, сейчас сколько у нас по времени. Это где-то уже 32 минуты мы поднимаемся. С учетом того, что мы достаточно сильно блуканули вдоль трассы, пока искали, как сюда подняться. Во что все заросло, туристов было, наверное, мало в этом году здесь. Этой дорогой ходило. Поэтому как-то пришлось нам немножко поискать, помудрить. Так подняться. Было слышно, что машины ездят. Где-то, значит, дорога была рядом. 20 метров с дороги. Там надо было подняться вверх. Но там густые заросли. Не стали им лезть вброд, так сказать. Так что вышли на трассу, поднимаемся дальше. Какая красота! Сейчас у нас 50 с лишним минут, где-то 35-40 минут мы уже поднимаемся в среднем. Вот уже видно у нас купола Форосской церкви. То, ради чего мы сюда приехали. Думаю, минут за 10-15 уже дойдем и будем там. Движение здесь по дороге такое интенсивное, даже не знаю. Вроде бы уже туристический сезон должен идти на спад, но машин довольно много ездит. Уже, наверное, машин 20 проехало мимо нас. Ну и пару микроавтобусов поехало уже, кстати, вниз с туристами. Сколько здесь машин вдоль трассы ездит. И будьте внимательны, когда идете вдоль дороги, потому что машины проезжают мимо вас, и за крутых поворотах не всегда видно вас. Поэтому постарайтесь прислушаться, прижаться к обочине, потому что если две машины на трассе едут, одна прижимается в одну сторону, другая в другую, вас просто на повороте на каком-то могут не заметить. Берегите себя.